Друзья, посмотрите, какие штуковины мы сейчас будем тестировать. Это у нас называется Toyota Airoad. Спереди здесь два электромотора по 2 киловатта каждый. Машинка двухместная. Запас хода 50 километров. Это у нас не серийный образец, это у нас такой концепт-кар. И в поворотах эти штуки очень мощно наклоняются. Вот такая вот аппаратура.